Ель-Арна открывает новый телевизионный сезон. Яркие персонажи, интересные сюжеты и жанровое разнообразие. В эфире канала всеми любимые картины из Золотого фонда казахстанского кинематографа. Лучшие отечественные кинопремьеры, документальные проекты, захватывающие сериалы и анимация. Впервые в новом сезоне мы покажем шедевры из золотой коллекции кинофонда стран Центральной Азии и Тюркского мира. Герои фильмов дружественных государств заговорят и на казахском языке. Ель-Арна продолжает оперативно освещать новости киноиндустрии, вести прямые трансляции международных фестивалей, делиться тем, что остается за кадром, и приглашать к диалогу авторитетных деятелей кино. В новом сезоне зрителей также ждут незабываемые встречи с любимыми актерами, талантливыми режиссерами, создателями известных казахстанских фильмов. Новое ток-шоу «Открытый показ» — это детальный разговор о кино. Темами для обсуждения станут шедевры Золотого фонда и ленты нашего времени, показ которых состоится в эфире канала сразу после выхода ток-шоу. Главная цель проекта — познакомить телезрителей с историей создания отечественных культовых фильмов, рассказать о судьбах авторов картин и раскрыть интересные факты из жизни выдающихся деятелей кино. «Ель-Арна» — это старое доброе и лучшее новое кино. Это настоящий круглосуточный киноканал для всей семьи.